Всем привет! У нас обновочки. Вот такие. Вот такая вот футболка. Купила Тихому. Очень мне понравился принт. Эти животные милейшие. И у нас есть шорты зеленые. В общем-то, я хочу с ними померить как раз эту футболочку. К ним тоже шла когда-то коричневая футболка, но она мне не нравится от слова совсем, поэтому я ее или продала, или отдала куда-то, я уже не помню. В общем, и тут единственное, что видно, что она очень детская из-за вот этой горловины. Но она мне вообще понравилась. И также из обновочек у нас тапочки. Вот такие вот милейшие. В них мы вчера ходили гулять. У нас был праздник, и мы с Тихоном ходили. Они такие. Тут Микки Маус, а тут написано «Что?». И немножечко как будто бы замарано. Надо попробовать отстирать. Тут ткань. И вот такие вот. С такой черепахой. Тут резиновая подошва. 16 размер. Стелька вытаскивается. Такие тоже очень милые тапочки. Вот. Все наши обновочки-покупочки. Еще можно показать вот такой вот держатель. Взяла. Он и сюда хорошо подходит, коричневым. И вообще такой миленький. У нас был только один. Остальные самодельные все. Они не очень удобные. Длинная слишком веревка вот эта. Вот. И неудобно, что нужно зацеплять, протыкать одежду. Это очень неудобно. Такая вот. Такие обновочки. Всем пока.